Эй, ребята, вы готовы идти? Конечно, отличная идея сходить. А куда мы идем? Ну, на балет, на балет, мы идем на балет. Ты так взволнована? Взволнована? Это лучший день в моей жизни. Мы идем на балет всей семьей. Ой, ну, кроме тебя. Блин. Бедняжка. Но мама с папой за тобой присмотрят, а мы тебе все расскажем. Муа! Не грусти. Мы идем на балет. Блин. Да, это скучно. Но чтобы поправиться, тебе нужно быть дома. И к тому же... Чешется. Не чешись. О, и, конечно, лучшее лекарство – поиграть со мной. Мы придумаем что-нибудь веселое. Ну, мы идем? Что? Ничего, просто у тебя что-то на лице. Нет, скажите, что они нарисованы. Чешется. Заболела. Кошмар, трагедия. Теперь я не могу пойти на балет. Эй, все не так уж и плохо. Ты ведь любишь выделяться. И теперь ты выглядишь очень оригинально. Вся в горошек. Я не могу пойти так на балет. Сейчас все равно повеселимся. Пора играть. Быстро, сумку-панду. Юбки, пачки. Все вставайте на цыпочки и давайте танцевать. Эй, ку-ку, у меня ветрянка. Ха-ха, не у тебя одной. Если ты не можешь пойти на балет, балет придет к тебе. Добро пожаловать в национальный балет Клео. Прости, национальный балет Клео и Кукина. Ты. И ты в балетных пачках? Здорово. Да, так круто. Ух ты, что за танцор? Но кто же тогда поставит сцену? Что ж, кто-то же должен это сделать, так? А я так хотел потанцевать. Что поделать? Да. А мы займемся танцами. И раз, и два... И плие. Опа! Акробатический балет? Классно! Вау! Ух ты! Ты похож на ромашку. Да, ты не умеешь танцевать. Но ты станешь лучшей частью постановки. Нашим церемонимейстером. Труппа, пора репетировать. Садись. Я в первом ряду, рядом с Пинпоном и Рамоной. Мартышка! Что у нас по программе, Кукин? Озеро. И лебедь. Лебединое озеро. Угу. Представление начинается! Здорово!
Браво, браво! Муа! Пора, пора! Что происходит? Вы чего? Разве ты не хотела сходить на балет с семьей? Этим мы и занимаемся! Святая корова! Мы не коровы, мы дети! Смотрите, смотрите! Чешется! Теперь у нас у всех ветрянка. Но знаете что? Теперь я знаю, кем я хочу быть, когда вырасту! Балериной! Еще идти. Мы на месте. Поставим лагерь. Здесь. Да! Как тут красиво. Еда падает с неба. И сережки. Яблоко. Теперь нам ее восстанавливать. Помидоры. Что? Хочешь поиграть в прятки? В кустах помидоров прячется призрак? И он съел твое яблоко. И как ты поняла все это? Здорово! Но в помидорах прячется призрак. Знаете, что это значит? Да, я возвращаюсь домой. Нет, в кустах помидоров скрыта тайна. И вместе мы ее раскроем. Пора играть. Скорее, сумка панда. Нет, не то, не это. Вот оно, защитные очки. Костюмы, устройство для ловли призраков. А? Вы хотели приключений, верно? Отлично! Ведь теперь мы охотники на призраков! Хороший охотник на призраков никогда ничего не боится! Даже темноты? Ну, разве что темно... Но сейчас у нас другая цель – найти этого призрака! Похоже на обычную помидорную рассаду, где растут помидоры, а не призраки. Нет никаких призраков, Кукин. Это был ветер. Здорово. Да, точно здорово. Призрак! Купились! Это призрак! Он существует, и мы поймаем его! Это яблоко Кукина?
Я лучший охотник на призраков. У призрака действительно призрачные зубы. Помидоры! И правда! Взгляните на следы! Это его призрачные следы. Там что-то есть! Надо это поймать! Хватайте оружие! Готово! Готово! Быть охотником классно! Мы тебя поймаем! А? Я что-то чувствую! Призрак! А, он очень тяжелый! Помогите! Он съел много помидоров. Скорее! Устройство для ловли призраков! Готов? Раз, два, три! Он плюнул в меня! Да хватит уже! Давайте посмотрим, кто там! Это призрак кролика! Жутко! Похоже, что это белый кролик, а не призрак. Хотя и похож. Он хочет помидоров. Оставим его! Нет, кисточка. Кукин? Ты хочешь назвать кролика Кукин? Кукин? Минуточку. Он сказал мне, его зовут... Призрак. Это так круто! Призрак! И знаете что лучше всего? Теперь я знаю, кем я хочу стать. Охотником за призраками! Готов? Я начинаю. Эй, тебе нужно лишь прыгать. А? Можно с вами? Пожалуйста, я суперзвезда пинг-понга. Что у тебя со ртом? У меня зуб шатается. Как удачно! Скажи соус. Или нет, лучше сосиска. Сосиска. Может, поиграем? Посмотрим, кто теперь победит. Мы найдем твой зуб для зубной феи. Какой феи? Ты же его не проглотила? Зубная паста, зеркальце.
ваш дантист, доктор Клео. И я помогу найти ваш зуб. Откройте рот, как крокодил. А у вас там темно. Что ж, вашего зуба там нет. Пепе! Зуба нет, только следы завтрака. Если вы не проглотили зуб, то мы найдем его. Как вам моя клиника? Но если не чистить зубы, изо рта будет пахнуть носками. Но это же камень. Чтоб закрыть щель! Это не зуб, это использованная жвачка? Да ладно, быть зубным врачом классно! Нашел, нашел! Зуб! Ты нашел его! Теперь к нам придет зубная фея. Зубная фея? Да, с крылышками, как у мотылька. Фу, ко мне прилетит мотылек? Если положить зуб под подушку, то фея принесет тебе подарок. Подарок! Фу, мотылек! Надеюсь, он не будет касаться меня своими ножками. Она же принесет подарки! Подарки! Подарки? Я получу подарок! Я иду спать! Но сейчас еще день! Не спугни фею! Добрых снов! Думаю, нам удалось вернуть ей улыбку! И теперь я знаю, кем я хочу стать! Зубным врачом! Четыре, пять, шесть... Не смотри, так нечестно! 11... Двадцать! Я иду искать! Где же вы? Вы... здесь? Попался! Я победила! Победила! Нет... Да ладно! Ты можешь победить! Еще раз! 19, 20, я иду искать! Я иду искать! Не сердись. Ты проигрывал не так часто.
Ладно, ты проигрывал все разы. Мы не можем так играть. Нужно остановить икоту. Знаю! Как делает бабушка. Чтобы перестать икать, она задерживает дыхание. Это должно сработать. Лизни лимон. Попей воды вверх ногами. Нет! Это плохо. Но не переживай, мы избавимся от нее. Пора играть. Скорее, сумку-панду. Когти, клыки, страшные голоса. Мягкий. Мягкий? Нет, я страшный. Мягкий. Ты должен испугаться, чтобы перестать икать. Пугайся! Бу! Мы так никого никогда не напугаем. Ты скоро избавишься от нее, потому что мы тебя так напугаем. Я знаю, что не так. Нужно быть актерами. Готово. Раз, два и... Кажется, мы так и не поняли, что значит напугать. Этим и занимаются актеры. Репетируй, пока не станешь страшным. Кле, о... Страшный монстр. Но ты все еще икаешь. Не переживай, мы избавимся от икоты. Быть монстром классно. Монстром. Хотя мы до сих пор не избавились от твоей икоты. Минуточку. Получается, это Рамона икала? Все это время это была она? Рамона! Ты нас здорово провел. И мы наконец избавили тебя от икоты. Она перешла к тебе. Нет. Чудовище! Чудовище может решить любую проблему. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу быть. Монстром! Ха-ха-ха!
эти цветы, Рамона? Их так много! Рамона! Тебе лучше, Рамона? Ого, как ты чихнул! Не хотелось бы, чтобы ты простыл. Нет, Рамона! Рамона! Вон там! Помидоры! Кролик! Там! Да, это крошка-кролик. Ей больно, она не может прыгать. Бедняжка. Скорее, сумку-панду! Пластырь, бинты, термометр! Поможем кролику выздороветь! Может, она голодная? Ровно. Посмотрим, что с лапкой. Не волнуйся, больно не будет. Готово! Скоро сможешь снова прыгать. Посмотрим, нет ли температуры. Ты почти здорова. Заботиться о кроликах классно. Кайли,
Я думаю, ей нужно вернуться в семью. Мне тоже грустно, призрак. Но ей нужно к родителям. И я уверена, она вернется к нам. Пока! 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 Было так классно заботиться о ней. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Ветеринаром! Пойдешь плавать? Бассейн – это здорово. Оставайся, пока не поправишься. Вы будете веселиться без меня? Все самое интересное происходит снаружи. Кали, балет. В доме тоже много интересного. У нас будет день магии. Пшу! Но пока тебе нужно вернуться в постель. Пора играть. Скорее, в суккубанду. Книга, волшебная палочка, очки. Сколько пыли. Волшебной пыли. Я великий волшебник Клео, а ты будешь моим помощником, Кукин. Какой фокус сделать первым? Этот. Я сделаю тебя розовым. Хорошо, тогда превращу тебя в жабу. Тебе ничего не нравится? Мы сделаем вот что. Смотри, учись. Сколько пальцев ты видишь? Смотри внимательно. Ты уверен? С первого раза. Видишь, я великий фокусник. Даже книга так считает. Ха-ха! Палочка моя! Привет! Кайли? Вы уже показываете фокусы. Мы еще не поставили сцену. Но скоро все будет. Магия. Не торопите. Это ты сделал? Шоу начинается! Дамы и господа, приготовьтесь восхищаться волшебными фокусами. Для начала я заставлю помощника Кукина исчезнуть. Здесь ничего нет, и здесь ничего нет. Та-да! Та-да! Что? Я сказала исчезнуть? Вообще-то я собиралась раздвоить его. Раз, два, три, четыре. А-а-а!
кажется, тебе нужно коснуться палочки настоящего. Та-да! Отдай это мне! Это я, фокусник! Волшебство. Ух ты! Еще! Готов показать еще? Тогда продолжаем. И самое классное то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Фокусником! Прибыли. Это неизученная планета. На ней нет жизни и... О, нет! Пришелец-динозавр! Я тебя спасу! Супер Рамона! Ура! Не трожь астронавта, плохой монстр! Хватит, динозавр, отойди! Скорее! Пришелец-динозавр приближается! Нет, уйди! Да! Ты всех спасла! Спасибо, Супер Рамона! Рамона с астронавтом исследует необычную планету, но внезапно появляется пришелец Йети! И осьминог! А? Осьминог? Нет! Наши игрушки! Все... Все пострадали. Кайли, как пациент Пинг-Пон? Он рукой ударился. Есть! А теперь навестим пациента Щупальскина. Доктор Клео, мы же сможем их всех вылечить? До последнего. Марлю. Бинт. Вату. Хочешь помочь, да? Спасибо, но тебе лучше оставить ее себе. Бинт? Машинки лечат в мастерской, а не в больнице. Вкусный суп для пациента. А ты хочешь? А если самолетиком?
Вкусно. Эй, ты не болеешь? Есть! Та-да! Им всем лучше! Быть доктором классно! Здоровы и готовы играть. Здорово! Да! Нет! Какой хороший был день! И что лучше всего, что теперь я знаю, кем я хочу стать!